Один ответственный квартиросъемщик сказал женщине, не имеющей прописки на его жилплощади: дорогая, нам лучше выйти порознь. Она ему ответила: мой друг, я люблю, когда утром играет тихая музыка. А он ей сказал: иначе нас могут увидеть соседи. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один поэт, уж полночь близится, а Германа все нет. Целый день я нарисовала водоотталкивающей краской лозунг: спорт – это здоровье. Хотя она сама из спортивных занятий увлекалась лишь закручиванием бигудей. А он целый день доставал запчасти и даже водил кого-то в кафе «Фиалка». А к вечеру добыл два рыбных заказа, который сменял на два билета на Таганку. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал другой поэт, уж 40 близится, счастья все нет. Они созвонились поздно вечером после программы «Время», когда бюро прогнозов наобещало нам солнце, а в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: милый мой, у меня есть замечательное предложение. А давай мы с тобой поженимся. А он ей сказал: созвонимся. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один брюнет, уж рельсы кончились, а станции все нет.